Какая она, студенческая среда? Ответить на нелегкий вопрос взялись авторы одноименного проекта. Уже несколько лет город ищет среди молодежи таланты, которые потом представляет область на федеральном уровне. По словам представителей профильного комитета администрации, активность студентов за последнее время только выросла. И это несмотря на то, что число вузов и СУЗов в области сократилось. Вероятная причина этого кроется в активной молодежной политике, которую проводят власти, в том числе для того, чтобы будущие специалисты не уезжали из Мурманска. Любое мероприятие, оно требует финансовой поддержки. То есть мы выделяем гранты на поддержку этих мероприятий. Мы координируем работу студенческих советов. Именно касается городских мероприятий, когда привлекаем к нашей совместной работе. Ну и, конечно же, подводя итоги, мы тоже чествуем организации. Потом у нас есть активные студенты, которые носят звание «Студент года». И эти студенты получают стипендию главы муниципального образования по итогам работы вот в каждом учебном году. Кроме того, приманкой или, быть может, вызовом служит хороший пример. Один из таких – команда КВН. Сначала молодых людей должны были вдохновлять на творческую деятельность, успехи сборной Мурманска, а теперь и довольно продуктивные выступления резидентов региональной лиги, например, Морской академии. К тому же участники клуба ищут новые дарования. Основной критерий выбора – это само желание человека. То есть в КВН нет такого, что ты не талантливый. Если ты умеешь петь – это одно, если ты умеешь танцевать – это другое, ты можешь играть с этим. А если ты не умеешь ни то, ни другое, но умеешь просто шутить, не знаю, подкалывать людей, то ты, в принципе, тоже можешь играть в КВН. Юмор – это кит, на котором держится студенческая среда. И подтверждение тому есть. За 4 дня зрители раскупили все билеты на финальную игру Мурманской лиги. Так быстро зал Кировки не собирали даже выступления известных исполнителей. Но при бешеном ритме, как успеть репетировать на сцене, участвовать в конкурсах и, главное, не отставать в учебе? Суть КВНщика. Ты совмещаешь не только учебу, ты не совмещаешь, но кто КВН. Ты еще где-нибудь работаешь обязательно. У тебя есть еще вторая работа. Занимаешься какой-то театральной студии, студии, не знаю, там, бисероплетения. Мне кажется, это суть человека, который играет в КВН. Успевать везде все и самому не понимать вообще, как ты это делаешь. Стоит отметить и тот факт, что в прошлом году победителями проекта «Студенческая среда» стали сплошь воспитанники колледжей. В этом сезоне результаты не так однозначные, но в любом случае представители молодежи из вузов будут в роли догоняющих. Им предстоит петь, фотографировать, заниматься общественной деятельностью и в итоге определить лучшего студента.